В Саратовской области в течение марта проведут ямочный ремонт на 8,5 тысячах километров региональной сети дорог. По словам профильных чиновников, в этом году в регионе сложились нехарактерные для области погодные условия. За один месяц температура воздуха менялась от плюс 5 до минус 20 градусов. Таким образом, резкие перепады способствовали быстрому разрушению дорожного покрытия и возникновению мелких трещин. Поэтому и понадобилось провести срочный ямочный ремонт. Сам вот этот вот вид ремонта, он называется планово-предупредительный, для того, чтобы предупредить дальнейшее развитие и образование этих ям, с той целью, чтобы сэкономить бюджетные средства на проведении ямочного ремонта, который уже будет проводиться весной при благоприятных погодных условиях уже по традиционной технологии.